Добрый день, друзья! И сейчас я вам расскажу, как запустить любую операционную систему с рабочего стола вашего компьютера. Для этого вам понадобится программа VirtualBox, ссылка на нее будет также в описании. После того, как вы скачали .exe файл, надо установить программу на ваш компьютер, конечно же. Для этого нажимаем «Далее», соглашаемся со всеми условиями, и программа начинает устанавливаться. Это занимает небольшое количество времени. Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки как обычно и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на свое усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letyshops.com и получите премиум-аккаунт в подарок. Итак, после установки программы, соответственно, нужно запустить саму программу. Здесь нажать «Создать», дать имя файла и выбрать операционную систему, которую вы хотите использовать. Нажимаете «Далее». Здесь нужно выбрать размер оперативной памяти. Здесь нужно нажать и выбрать здесь виртуальную машину. Далее здесь выбираем динамический диск, а здесь нужно отмерить количество памяти для виртуальной машины. Нажимаете «Создать», после этого нажимаете «Запустить». После этого появится вот такое вот окно. Здесь нужно вам выбрать ISO файл той операционной системы, которую вы хотите использовать, и нажать «Создать». И далее, как вы видите, запустилась операционная система. Теперь можно либо в лайв режиме ее использовать, либо установить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока!